С вами канал Чего ТВ. Сегодня мы будем регистрировать почтовый ящик в Яндексе. Итак, открываем браузер и переходим по ссылке. Ссылка в описании под видео. В появившемся окне нажимаем «Регистрация». Заполняем имя, далее фамилия. Придумываем логин для входа в почту, пароль и подтверждаем его. Вводим номер телефона и кликаем «Получить код». Если нет мобильного телефона, то необходимо нажать на строку «У меня нет телефона». Выбираем контрольный вопрос или задаем свой. Печатаем ответ. Вводим символ из картинки. Нажимаем «Зарегистрироваться». Мы успешно прошли регистрацию. Далее вам предлагают установить приложение Яндекс.Почту на телефон. Еще можете выбрать тему на ваш вкус и добавить почтовые ящики, чтобы все письма приходили на один почтовый ящик. Так сказать, все письма вместе. На этом все. Ставьте лайки и оформляйте подписку на канал. До скорых встреч!